С большим кино у Александра Шаврина не сложилось. Он сыграл немного. Вы что, принц? В сказках вообще не убивают так легко, как в жизни, например. Еще были эпизоды в сериалах, но отсутствие грандиозных ролей в кино его никогда не огорчало. Шаврин был замечательным театральным актером, гордостью театра имени Маяковского. Это калитка-декорация. Она когда-то была прекрасной калиткой, но потом мои дети убедили меня, что гораздо романтичнее проникать в дом через выломанные в заборе доски. Саша была особенная. Я думаю, прежде всего, соединение двух качеств. Острый актерский талант и обостренный интеллект. Шаврин умер в самый канун 2018 года, 30 декабря. Ему было всего 57 лет. И главной героиней на прощание с актером была его бывшая жена, актриса Анна Ардова. К тому времени они уже не были вместе. Говорят, что полгода последние перед его смертью они расстались. Спустя две недели Анна выкладывала в Инстаграм свои фото с заморских пляжей и казалась совершенно счастливой. Пресса писала, что у Ардовой сумасшедший роман, за что многие ее осуждали. Ну, я не знаю, можно ли считать предательством, ну, когда женщина влюблена. Евгения Ханаева, Муза Крепкогорская, Марианна Вертинская, Нина Шацкая. Они тоже оставили своих мужей, потому что встретили новую любовь. Это отвага. Это реальная отвага. Это колоссальный вызов. И это должно было быть неимоверное чувство. Анна Ардова стала знаменитой в эпоху сериалов. Прославила ее героиня из скетч-шоу «Одна за всех». Крис, детка, я просто уничтожаю продукты, которые подпали под санкции. До этого ее актерская жизнь была очень скучной. Заметных ролей Ардова не играла. Мне казалось, что она очень серая артистка. Я ее видела просто в спектаклях театра Маяковского, и, ну, она была совсем никакая. Елена Скороходова так строго судит Ардову во многом из ревности. Ей очень нравился когда-то актер Александр Шаврин, но выбрал он не ее, а 19-летнюю Аню Ардову. Он мне нравился, как мужчина. Вот в нем было что-то такое притягательное. У Ани Ардовой была очень бурная личная жизнь. Романы начались в 18, и все ей казались очень серьезными, несмотря на то, что быстро начинались и быстро заканчивались. В 92-м, когда Ардова училась на первом курсе ГИТИСа, она вышла замуж за Даниила Спиваковского. Но семейная жизнь не заладилась. Жили молодые вместе с мамой мужа. И свекрови эксцентричная Анна явно не нравилась. Студенческий брак с Даниилом Спиваковским продлился всего 11 месяцев. Но молодые просто были не готовы к реалити жизни. После короткого замужества у Анны Ардовой случился новый роман, и она узнала, что беременна. Отец ребенка руку и сердце не предложил. Но тут в ее жизни появился Александр Шаврин, который был давно в нее влюблен. Он видел все ее шатания, все ее поиски, но он как-то... Мне кажется, что он при этом относился к этому спокойно и... Он дружил с Анной. Шаврину было 30, Ардова 19. Он спокойный и рассудительный, Ардова – человек-оркестр. Они прекрасно дополняли друг друга. У супругов появился общий ребенок. И Шаврин растворился в заботе о своем семействе и всегда поддерживал Анну как актрису. Он был уверен в ее таланте. Конечно, очень много для ее роста профессионального сделал. Это были... Счастливые, веселые, неглупые люди. Когда Анна стала звездой популярного скетч-шоу, ей стали платить большие гонорары, приглашать на другие съемки и концерты. Она получила премию ТЭФИ. Александр видел, что жена как будто переместилась в другую плоскость. Она все меньше бывала дома и в итоге от него ушла, потому что влюбилась в другого. 20 лет она посвятила семье и без... вот этого первичного посыла сумасшедшей романтической любви. А к 40 годам женщинам начинает этого очень хотеться. Знаете, даже говорят, что женщина в 40 лет значительно более легкомысленна, чем в 20.
Александр Шаврин был уже тяжело больным человеком, у него был рак. Он лежал в больницах, делал операции, проходил мучительные курсы химиотерапии, но по-прежнему выходил на сцену. И как мог, скрывал, что жизнь из него постепенно уходит. Мне кажется, что то, что начало происходить, оно повлияло как-то на его здоровье. Мне так кажется. Потому что все, кого я наблюдаю, вот как только где-то какая-то измена в семье, сразу у человека, у другого начинается онкология. Александра поддерживали дети. Анна тоже все время была с ним на связи, но его не отпускала душевная боль. Последний раз Шаврин вышел на сцену в середине декабря, а через 2 недели театр провожал его аплодисментами в последний путь. Осуждать Аню нельзя, это непорядочно. И я хочу сказать людям, не осуждайте. Не дай бог вам попасть в подобную ситуацию. Фамилию этой замечательной актрисы многие не знают, хотя роли ее помнят и очень любят. Идите, не так громко, не напрягайтесь, пожалуйста. Ладно. О, это Рудик. Жизнь Евгении Ханаевой – настоящая драма. И все потому, что она позволила себе большую любовь. Вот такая любовь, понимаете, которая затмевает рассудок. А вы любили когда-нибудь, Эльза Ивановна? Я нет. Мне об этом столько рассказывали, что я абсолютно все себе представляю. Евгения Ханаева служила в МХАТе, но долгие годы была в тени великих артистов. В середине 70-х Владимир Меньшов пригласил ее сняться в фильме «Розыгрыш». И актриса наконец узнала, что такое всесоюзная слава. Ведь люди, которым не свойственна ложь, для которых чувство правды – это нормальное, естественное чувство, в тот самый миг, когда вы объединились для лжи, стали вам чуть ли не врагами? Но киноуспех не изменил ее положение в театре. Главных ролей ей не давали. Но МХАТ был ее любимым домом, в котором она даже оставалась ночевать. И в труппе шептались. Она просто не хочет идти в свою семью. Чувствовалось, конечно, что там нет такого благополучия, такого счастья семейного. Это чувствовалось. Ее мужем был бухгалтер Анатолий Успенский. В ЗАГС с ним актриса отправилась совсем молодой. Евгения ждала ребенка, и без штампа в паспорте это считалось страшным позором. Мужа она не любила. Просто жили вместе, как тысячи других семей, потому что есть ребенок и чувство долга. Но однажды в МХАТ приняли актера Льва Иванова. В Москву он приехал из Вильнюса. Мы в основном помним его по роли Николая Николаевича Раевского, «Звезда пленительного счастья». Просто потрясающая работа. Вот ты хладнокровно предаешься опасности пережить бесчестие. Позор. Быть может, утратить жизнь саму. А при удаче никакого воздаяния за риск. Лев Иванов стал оказывать Евгении Ханаевой знаки внимания и ухаживал очень красиво. Актриса всегда считала себя дурнушкой, была очень скромной и зажатой. А Лев говорил, что она обладает уникальной внешностью и восхищался каждым ее движением и словом. Это для нее было вновь, потому что никогда в жизни у нее не было никаких... Она целомудренная в этом плане была, женщина, понимаете? Целомудренная. Они скрывали свой роман, но в театре ничего утаить невозможно. Сначала все заметили, что Ханаева стала выглядеть совсем по-другому. В ней проснулась невероятная женственность, блестели глаза, она стала наряжаться. Мы Женечку не узнавали. Это просто роскошная какая-то уверенная в себе, в своей силе женщина стала вот такая вот, понимаете, молодая. Ханаева разрывалась между домом и любимым человеком. И с мужем ей было невыносимо плохо. Он знал о том, что жена ему изменяет. Анонимные доброжелатели сообщили это их сыну Володе. Звонили кто-нибудь из так называемых друзей театральных. Вовочка, ты, я. А знаешь, где твоя мама? Нет, она в постели с Ивановым, в том числе, как бы и ненормативной лексикой, которую было бы нежелательно употреблять ни перед объективом, ни перед вами тоже. Ханаева знала, что Иванов не может бросить больную супругу, но подала на развод и стала жить одна в съемной квартире. И это просто раздавило ее 11-летнего сына. Это было потрясение просто невероятно. Мать ушла из дома, когда мне было неполных 12 лет. Когда мать развелась с отцом,
она одновременно и со мной развелась. У меня тоже сыновья. Я не могла этого тогда как-то понять и принять. Ну как же можно? Сын-то, ну, ребенка всегда матери отдают. Даже если суд, все равно присуждают, ребенка присуждают матери, потому что это мать. Она отрезала это, и все. Она умела быть очень смешной на экране. Ее героини были бесподобны. Возьмите нас, старых работников культуры. Я своего угла за всю жизнь не завела. Зачем? Мы все отдали музыкальному образованию молодежи. И только работа помогала отвлекаться ей от постоянной душевной боли. Ханаева никогда не звонила и не приезжала к сыну. Володя рос с отцом и бабушкой и не видел маму 20 лет. Ее первый и единственный муж, Анатолий Успенский, больше никогда не женился. А Лев Иванов в итоге актрису бросил. Ну, самое страшное случилось, конечно, когда она попала в аварию. В эту аварию попала, и когда у нее вот эти позвонки, шейные позвонки там сместились, и когда у нее начались такие боли, которые передать нельзя. Жизнь Евгении Ханаевой стала адом. Она превратилась в беспомощного человека, и рядом с ней наконец-то появился сын. Думаю, что мать позвонила мне, потому что ей было плохо. Я думаю именно так. Я приходил к ней, это, то, сё. То продукты покупал, то еще что, ну как-то помогал, то лекарство или что. Владимиру было уже за 30. По сути, он заново познакомился с мамой. Но никаких вопросов он ей никогда не задавал. Просто принял назад в свое сердце. Ни разу не то, что не было выяснения отношений, мы даже не касались этой проблемы. Как будто бы этого не было ничего. Как будто мы все время жили вместе. В 87-м году актриса решилась на сложную операцию. Верила, что она избавит ее от адских болей. Но все пошло не так. Ханаева умерла. О том, жалела ли она, что когда-то ушла от заботливого и преданного мужа, никто так и не узнал. В марте 2011 года Александр Барыкин выступал на корпоративном вечере для работников торговли. Публика была в восторге. Мы исполним вам песню из нашего нового альбома. Так и называется «Давай живи, давай дыши». И тут ему делается плохо. Он оставляет гитару и уходит за сцену. Потом вот так вот штору отодвигает, машет рукой людям и закрывает, и все. Умирая в местной больнице, он все время повторял имя Нелли, своей молодой жены. И Нелли, конечно же, безусловно, она явилась трагедией в его жизни. Ему было 53 года, девушке из Брянска 19. Все называли женитьбу Барыкина страшной глупостью, но он никого не слушал. Он бегал как мальчишка, как мальчишка. Я так ее люблю, и больше мне ничего не надо. Первое место. Александр Барыкин, Николай Рубцов. «Букет». Он стал звездой в середине 80-х и во многом обязан успехом своей первой жене Галине. Той девушке, которую люблю. Он познакомился с ней еще в школьные годы. Была большая любовь. У супругов родился сын Гоша, а потом они еще усыновили девочку Киру. Жена Барыкина была очень сильной женщиной, которая держала все в образцовом порядке – и дом, и детей, и творческого мужа. Здравствуйте, товарищи! Начинаем программу телепередач. Когда Барыкин стал популярен, начался гастрольный чёс. Галина с ним не ездила, и семья постепенно разрушалась. Барыкин стал слишком много пить, и жена от него ушла. 8 лет Барыкин жил один. К концу 90-х его почти забыли. И от одиночества и отсутствия работы пить он стал гораздо больше. Он боролся с этим. Он лечился, он ходил в церковь, но это было тяжело очень. В 98-м году Барыкин отправился к другу в родной Брянск. И там встретил Нелли. Огромные глаза, изящная фигура, певец был очарован. К тому же Нелли играла на гитаре и пела. В любом караоке девочки поют намного лучше, чем Нелли пела. Но да, Саша в нее поверил, как в свою любовь.
Барыкин был изрядно потрепан шоу-бизнесом и алкоголизмом. Нездоров. У них была огромная разница в возрасте. Но Нелли дала ему понять, он самый лучший мужчина на свете. Когда девочка играет на гитаре и поет, и когда она видит настоящую звезду, она открывает рот и говорит: «О, он будет моим». Так оно и получилось. Нелли переехала в Москву и забыла о скучной работе в налоговой инспекции. Влюбленный Барыкин обещал, что сделает из нее звезду. Она поет на крыше реки. Барыкин пытался раскрутить любимую, но пение Нелли никому не нравилось. Необыкновенной и самой талантливой она была исключительно для супруга. Он говорит: «Нет, я с Нелли приеду». Ну, а тогда мы... Это отказываем вас. Он говорит: и не надо нам вообще. Вот так. Короче, то он ее продавливал всегда везде, протаскивал с собой. У Барыкина и Нелли родилась дочка, но роль матери юной девушке не понравилась. Ей хотелось развлекаться, ходить в ночные клубы, общаться с молодыми друзьями. Она все чаще стала приходить домой под утро с запахом спиртного. Барыкин стал для нее слишком стар и скучен. Вероятность до 90% я знал, что так оно и будет. Но не могут такие союзы быть крепкими, никак не могут. В какой-то момент Нелли и вовсе перестала приезжать ночевать домой. С маленькой дочкой сидел ее супруг. И однажды Барыкин увидел, как жена целуется с каким-то молодым мужчиной. Он страшно это переживал. Он был в упадническом состоянии, очень тосковал. И не знал, что делать. Вскоре Нелли собрала вещи и объявила Барыкину, что полюбила другого, молодого музыканта. И уехала к нему. Барыкин умолял ее вернуться, забыв про гордость, стоя на коленях. Он и ездил к ней туда, и к маме ездили. Он предлагал ей, она сказала: «Нет, Саша, я люблю другого». Барыкин поехал в Иерусалим, молился у гроба Господня, нашел в себе силы бросить пить. Но пережить этот страшный удар не смог. У него начались серьезные проблемы с сердцем. У музыканта случился обширный инфаркт, выжить при котором невозможно. И когда он умирал, последними его словами были: «Нелли, Нелли». Эта любовь роковой стала. После смерти Барыкина Нелли спряталась от широкой публики. Известно, что с мужчиной, к которому она ушла от мужа, она не живет. Были ссоры, драки, семьи не вышло. Но короткий брак с Барыкиным сделал ее обеспеченной женщиной. У молодой вдовы остались квартира, машина и авторские отчисления от песен супруга. Они не успели развестись, поэтому Нелли оказалась в кругу его наследника в первую очередь. Я считаю, она просто молоденькая, глупая девочка, которая она сама не понимала, кто рядом с ней. Актрису Марианну Вертинскую никто не осуждал. Ни друзья, ни коллеги, ни брошенный муж Борис Хмельницкий, ни его родня. Я к Марианне всю жизнь отношусь с огромной нежностью. Она очень такая добрая, естественная, без всякой фанаберии. Я ее вполне понимаю. Как звать тебя? Мое имя Робин. У Бориса Хмельницкого было множество поклонниц и слава закоренелого холостяка и бабника. Ни Марианна Вертинская, ни Борис Хмельницкий не изменили в браке привычного образа жизни. Марианна продолжала встречаться с друзьями, ходить в рестораны. Хмельницкий тоже вел себя как человек свободный. Зашел и говорит: «Ты не можешь мне рассказать, как мама с папой прожили 50 лет?» Я говорю: «Не получается». Говорит: «Нет». В 78 году у Марианны Вертинской и Бориса Хмельницкого родилась дочь Даша. И спустя несколько месяцев Марианна оставила мужа и ребенка. Странный ты все-таки, парень. Я никогда не знаю, о чем ты думаешь, когда ты вот так молчишь. Она много играла в театре, снималась в кино и на телевидении. С грудным ребенком такая нагрузка была невозможна. И Марианна выбрала карьеру. Хмельницкий стал отцом-одиночкой. И многие называют это его лучшей ролью. Как отец был просто потрясающий. Просто и он так как-то мы с ним пересеклись, он сказал, что вот это, говорит, когда баба начинает, говорит: «Пеленки, ты педофигня», говорит, все это элементарно. Это так, говорит, легко. Это все эти каши, пеленки, запросто, говорит.
Марьяна Вертинская звонила своей дочке один раз в неделю, могла не видеть Дашу месяцами. В свой дом она приглашала ее крайне редко. Приезжаем в этот дом, и Дашенька, она бывала там, и она смотрит на окна этого дома, сзади сидит, и как будто сама себе говорит, как будто сама себе, я за рулем. Я знаю, что мама меня бросила, но я все равно ее люблю. Борис Хмельницкий сумел сделать так, чтобы все вокруг с пониманием отнеслись к выбору Марианны. Ушла жена? Ну и что? Пусть живет и будет счастлива. Актер философски относился ко всему, что происходило с ним в жизни. Похороны Леонида Филатова. Возле гроба стоит его жена, актриса Нина Шацкая. И Валерий Золотухин, от которого она когда-то ушла к Филатову. Этот любовный треугольник обсуждал весь театр на Таганке, и история эта длинная и непростая. Очевидно, мне надо было пройти эту жизнь с Валерием. Она была нехороша. Вот в семейном плане, чтобы я поняла, что такое настоящее. Что такое настоящее чувство, что такое любовь. Валерий Золотухин долго добивался внимания красавицы Нины Шацкой. Они учились вместе в ГИТИСе, но Шацкая считала Золотухина слишком наглым и не самым умным. Но потом его оценила. Два начинающих актера сходили в ЗАГС и устроились в театр на Таганке. Я была с ним лично знакома. Я не знаю, как вообще его 3 дня можно было выдержать этого Золотухина. Золотухин был, конечно, очень талантлив. Его ценил Любимов, он много снимался в кино. Бумбараш — это я! А я — это бумбараш! Но он был патологически неверным мужчиной. Узы брака не мешали ему крутить параллельно сразу несколько романов. Раза 2-3 от него уходила, потому что я не понимала эти треугольники, четырехугольники. Однажды Нина пришла домой раньше времени и застала ужасную сцену. Ее муж лежал на диване пьяный, а за столом сидела веселая нарядная девица. И в одном из своих интервью актриса вспоминала, что схватила трость и избила ей неверного мужа. Но Золотухин говорил, что настоящий художник не может не влюбляться. Без романов на стороне у поэтов не рождаются стихи, а актеры бездарно играют. Есть такие, знаете, вот эти творческие люди, которые считают, что влюбленность им дает какое-то вот вдохновение. И вот они постоянно живут вот этими влюбленностями. Валерий Золотухин всю жизнь писал дневники. И на страницы этих тетрадок попадали все его долгие и мимолетные сексуальные связи. И Нина Шацкая эти записи читала. Он выписывал в дневниках вот все детали. Вот самую вот грязь он там выписывал. Не просто там, да, вдохновился ножкой, ручкой, глазками, и там что-то случилось. Вот детали. Так Шацкая узнала в интимных деталях о романе мужа с Ией Савиной и Евгенией Сабельниковой. Несмотря на то, что ее очень ценили в театре на Таганке, не раз хотела оттуда уйти. Ей было стыдно за измены мужа и за то, что она это терпит. Мы жили как бы... Ну, под одной крышей, но у нас уже не было близости. То есть я человек брезгливый, я уже знала о каких-то его отношениях там с одной актрисой. И не только с одной, там еще с кем-то, еще с кем-то. В 1972 году Нина Шацкая влюбилась в Леонида Филатова. Они оба были несвободны. Начался сумасшедший роман, который они скрывали на протяжении 13 лет. Нина была примой театра. Филатов называл себя провинциальным щенком. Они то ссорились навсегда, то вновь соединялись. Филатов был женат на актрисе Лидии Савченко. И это был несчастный четырехугольник. Я не завидую тем людям, которые без любви, безо всякой любви живут десятки лет. По одному лишь расчету или от того, что квартира общая и детей некуда девать в случае чего, значит, в случае развода. Это ужасно. Это ужасно. На съемках фильма «Единственная» Золотухин стал ухаживать за ассистентом Тамарой Гусевой. Начался очень долгий роман. Шацкая терпела и это. Но через 9 лет несчастливой семейной жизни наконец-то решилась выгнать мужа. Сын Шацкой и Золотухина Денис тогда был маленьким мальчиком. И ему очень хотелось, чтобы мама и папа были вместе. Я очень сильно переживал, причем переживал не один день. Это...
это в течение, ну не знаю, года, наверное, двух, может быть, даже, в подушку ревел. Но его мама была наконец-то счастлива. Все встало на свои места. Филатов развелся и стал прекрасным мужем и отчимом для Дениса. К нему пришла большая слава. После фильма «Экипаж» Филатова записали в главные секс-символы Советского Союза. Я не буду врать, я, конечно, влюблялся. И не один раз, и очень серьезно. Так? Очень серьезно. Мужчин вообще во многом делают женщины. И мы даже иногда не понимаем, до какой степени женщины нас делают. Они венчались, хотели общего ребенка, но ничего не вышло. Шацкая и Филатов никогда не разлучались и были для всех идеальной парой. После раскола театра на Таганке Филатов его покинул. И вскоре тяжело заболел. Случился инсульт, отказали почки, и Нина несколько лет провела с ним в больницах. Я приезжала к нему, уставшая, дикая. И говорю: «Ленечка, можно я полчасика?» И мы ложились тарелочкой. Там кроватка-то узкая, и мы там ложились тарелочкой. И я всегда была в состоянии, всегда улыбалась. Все будет нормально, Ленечка, все будет нормально. Глядя на Леонида Филатова в гробу, Шацкая думала о том, что потеряла несколько лет счастья, потому что тянула с разводом Золотухиным. Надо было уйти гораздо раньше, ведь Филатов был единственной и главной ее любовью. Я для себя придумала, как будто он вот уехал, может, ну, куда-то далеко-далеко уехал, должен приехать. Я его жду. И дождусь. А эту женщину называют главной любовью Георгия Юматова и причиной всех его проблем. С музой Крепкогорской он прожил полвека. Ему предсказали, что нечто очень ужасное будет в конце жизни. И вот это ужасное произошло. Муза Крепкогорская родилась в семье потомственной дворянки и известного музыканта. Как говорится, с золотой ложкой во рту. Внешность у Музы была заурядная. Пухленькая блондинка, таких очень много. Прожив с ней много лет, Юматов узнал, что на самом деле она жгучая брюнетка, а волосы травит гидроперитом. Но всегда считал любимую очень красивой. Назначить себя королевой можешь только ты сам. Вот с ней это произошло. Она назначила себя королевой. И что удивительно, когда человек внутри это чувствует, женщина, то все остальные начинают считать точно так же достаточно быстро. Дур ты, дур. Так вам и надо таким. Ведь это же немцы. К ним надо уметь приспособиться. Ты дур. Она мечтала сыграть в «Молодой гвардии» Любку Шевцову. А Сергей Герасимов взял на эту роль Инну Макарову. Но зато на съемках этого фильма Муза Крепкогорская познакомилась с Георгием Юматовым. Прошедший войну морячок впервые сыграл там крошечную роль. Ты знаешь, я тебя с самого утра ищу. Я уже всех ребят и девчат обегал. Из-за тебя Витьку Петрова задержал с отъездом. И он настолько был харизматичен, что Муза даже при ее достаточно таком, ну, капризном характере, она не могла не обратить внимания на Юматова. Красивый, да еще с орденами, да еще и талантливый на площадке. Все твердили, они не пара. Но вскоре состоялась шумная молодежная свадьба и покатилась семейная жизнь. Муза была веселой женщиной. В их доме часто бывали гости. Супруги обожали шумные застолья. Но была одна проблема. Юматов слишком много пил. Она, в общем, довольно оптимистично смотрела. Человек -то очень хороший. Действительно, очень хороший парень. Юматов был одной из самых ярких звезд советского экрана. И режиссеры готовы были простить ему долгие запои даже во время съемок. В всем Черноморском побережье не было такой мамы, чтоб спрятала от меня дочку, когда я влюблен. Звезда Юматова, вот она взошла ярче, сильнее, да, как бы, и она затмила все таланты Музы. И, конечно, Муза безумно ревновала, Муза, конечно, устраивала истерики, скандалы. Ведь она тоже хотела стать знаменитой актрисой, но в профессии ей не везло. Ей доверяли лишь небольшие эпизоды. Какой красивенький халатик. Это не халатик. А что? Это пеньюар. Сами шили? Но по жизни она несла себя как звезда мирового масштаба. Все заботы по дому взял на себя Юматов. Стирал и гладил, добывал продукты, как мог, наводил уют. А Муза снисходительно принимала его услуги. Хозяйка из меня никакая. Вот, пожалуйста, прошу любить и жаловать вот такую музычку. И поэтому кто
к ним приходил, кто видел эти странные взаимоотношения, подумал, ничего себе. Она страшно любила красивые наряды, дорогую мебель и шикарные безделушки. Львиная доля гонораров Юматова уходила на это. Ее страстью были, ну, как про нее, так сказать, смеяли и злословились, комиссионки. Вот она обожала бриллианты, она обожала всякие там наряды и больше всего меха. Как потом выяснилось, эти меха у нее истлели под кроватью, бриллианты куда-то делись. Юматов ставил режиссерам условие – будет сниматься только вместе с женой. И не смел сказать Музе, что часто просить за нее неловко. Муза умела его собрать в кулачок, а кулачок у Музы был железный. Юматов очень хотел детей, но Муза твердила, что не может рисковать фигурой, что вот-вот и будет грандиозная роль, и никакие уговоры мужа слушать не хотела. Она сделала аборт для какой-то роли, которую ждала и которую ей обещали. Но роль прошла мимо, а она больше не смогла иметь детей. Вот очень долго Юматов ей этого простить не мог. Георгий Юматов и Муза Крепкогорская очень часто ссорились. Шумные скандалы кончались драками. Муза после этого демонстративно уходила из дому, нарядившись в лучшее платье, а Юматов хватался за бутылку. А ну покажись. О, каракуль. Степа, вид, с ума сойдет. У Музы Крепкогорской было много обид на мужа, и она считала, что вправе ему изменять. У нее не просто был роман, а были романы. Романы были. Может быть, она хотела доказать, что она тоже что-то стоит. А однажды, во время очередного скандала, Муза вдруг заявила, что уходит к другому. И все это очень серьезно. Она подает на развод. Одни говорят, что Муза отправилась к актеру Сергею Столярову, который, в отличие от Юматова, запойным алкоголиком не был. Какое-то время с ним вместе прожила, где-то, ну, в районе полгода. Ей захотелось вот на какой-то более высокий уровень, да, как бы взобраться и там парить. Но близкие друзья звездного семейства говорят, что это был совершенно другой мужчина. И Юматов сначала ждал жену назад, заливая горе водкой, а потом решился с ним на разговор. Он встретился с этим актером, не буду называть фамилию. Они по-мужски поговорили. И Муза вернулась с покаянными словами, что она дура, что она любит только Юматова, она не хочет там с этим человеком жить. Юматов, который так и не стал отцом, очень любил собак. Когда умерла его любимая дворняга Фрося, он попросил помочь ее похоронить дворника-азербайджанца. Дальше они пришли к нему домой, решили ее помянуть, из-за чего вдруг разгорелась ссора, толком никто не знает. На дикий шум прибежала Муза. Началась драка, влетела Муза в комнату и стала их разнимать. А тогда Юматов сдернул ружье со стены и направил на этого. И Муза уже вмешалась в это дело, и выстрел случился не без помощи Музы. То есть она дернула, и он выстрелил. Когда приехала милиция, Юматов был сильно пьян и сознался в убийстве. Из тюрьмы его потом освободили как фронтовика по амнистии в честь юбилея Победы. Но заголовки прессы кричали: «Кумир 60-х застрелил человека! Георгий Юматов сидел в тюрьме!» Все это было невыносимо для актера, и он во всем винил жену. Бурные страсти улеглись, когда артист тяжело заболел. Юматов бросил пить, стал часто ходить в церковь. Муза больше ему не изменяла, и стало понятно, какие это по-настоящему близкие люди. Последние годы Муза говорила, что вот сейчас даже Жора как-то ближе, когда он лежит больной, там не двигается, не пьет, там, не гуляет, никуда не идет, а вот просто лежит. Георгию Юматову сделали сложную операцию. После нее начались кровотечения, но снова ложиться в больницу актер отказался. Она мне звонит ночью. Витя, Жора умер. Я побежал, благо тут 5 минут, я понесся как сумасшедший. Уже была неотложка, и его выносили. Это был приступ мгновенный. Аорта лопнула, и все залилось кровью.
Последние годы Муза Крепкогорская прожила в нищете и депрессии. Жизнь без мужа потеряла для всеми забытой актрисы смысл. Духота была в квартире невероятная. Она на кухне лежала, ну, в ночной сорочке. Видимо, сердечный приступ от жары, от духоты. Видимо, она там сутки как минимум пролежала. Музу Крепкогорскую похоронили в одной могиле с мужем, и по-другому быть не могло. Сколько бы она от него ни уходила, они всегда были и будут вместе. Долгие годы прожила со своим мужем и актриса Лидия Смирнова. Но совсем не из-за огромной любви, а из-за чувства долга. Любила она другого. В свое время вот так, наверное, пожертвовала этой своей любовью, за что себе тоже, наверное, не могла простить. В Голливуде такие артистки зарабатывают миллионы. Ее очень любили зрители. Ее расположение добивались самые интересные и богатые мужчины. Исаак Дунаевский много лет присылал ей зимой на день рождения корзину белой сирени. Он мог снять в номер гостиницы «Москва», люкс. Туда она к нему приходила, у них был бурный роман, но ее обожал. Писал очень красивые письма. Они сохранились, они опубликованы. Она знала, что может очаровать любого, и привыкла к обожанию сильного пола. Потому что я кокетчила, наверное, у меня было, может быть, чуть больше романов. А я сейчас жалею, думаю, ну, мало надо было больше. Многие говорили, что замуж за оператора Владимира Рапопорта артистка вышла по расчету. Она хотела, чтобы ее всегда хорошо снимали. Они познакомились в военное время. На съемках фильма она защищает родину. И Смирнова поняла, что лучше, чем Рапопорт, никто к ней относиться никогда не будет. Просто Лидия Смирнова относилась к тому редкому типу женщин, которая привыкла царить, привыкла добиваться своего и привыкла идти ко многим, так сказать, целям, намеченным с помощью мужчин. Рапопорт был лауреатом 3 сталинских премий, и власти выделили ему роскошную квартиру в знаменитом доме на Котельнической набережной, где он и прожил долгие годы со своей супругой. У Смирновой была своя маникюрша, парикмахер и водитель. Благодаря заботам мужа-оператора на экране она всегда выглядела на 10 лет моложе. Жизнь, как говорится, абсолютно удалась. Муж ее обожал, муж всячески потакал любым ее капризом. Вот. Но тут вот она влюбилась в Константина Воинова. Константин Воинов был выдающимся режиссером, который предложил Смирновой новые характерные роли. Вся страна увидела совершенно другую актрису. Все добро, все на пользу. Ничем не брезгаю. Я и закусываю. И Лидия Николаевна жила с Рапопортом, а встречалась с Воиновым. Это известный факт. Но потом в какой-то момент ей стало стыдно, она все рассказала Рапопорту. Он предлагал ей не уходить из семьи, дальше жить. Он сказал: «Лидочка, все пройдет, это у тебя голова покружилась, и нормально все будет». Но ничего не прошло. Связь Смирновой и Воинова длилась почти 40 лет. Воинов был женат и семью бросать не собирался. Но Смирнова знала, если подаст на развод она, то Воинов тоже решится на это. В советское время это даже озвучивать нельзя было. Если женщина кого-то любит и живет с двумя сразу, то есть простое объяснение. Проститутка. Без вариантов. Никто не разбирался, никто не выяснял, а просто так ярлык повесили, и все. Мысли о разводе навсегда исчезли после того, как стало известно, что у Владимира Рапопорта рак желудка. Смирнова посвятила себя спасению мужа. Я не могла Рапопорта оставить. Потому что не потому, что я его любила, я его разлюбила. Я ему сказала, что я тебя больше не люблю. Понимаете, не в этом дело. А дело в том, что он был болен. Моему врачи давали жить там 2-3 года. Он жил 13 лет. Благодаря ей. Она находила самые лучшие лекарства, самых лучших врачей. Смирнова по-прежнему снималась в фильмах Константина Воинова и продолжала очень его любить. Вы, наверное, смотрите на меня и удивляетесь переменчивости всего земного. Неужели эта старая женщина была когда-то красавицей? А дома ее ждал глубоко благодарный муж, который давно бы умер, если бы не ежедневный труд и забота Смирновой. Несмотря на тяжелую болезнь, Рапопорт смог найти силы для съемок замечательного фильма про Анискина и Фантомаса.
того понять не могут, что я, может, самая верная жена и есть. 60-летняя Смирнова играет 40-летнюю продавщицу и, как обычно, благодаря супругу выглядит просто отлично. Я думаю, что это огромное везение в жизни человека, когда любящие люди, любящие мужчины, готовы понять, принять и прожить вместе очень непростые душевные переживания со своей любимой женщиной. Лидия Смирнова прожила больше 90 лет, была обласкана властью, даже в старости играла в кино. Но замуж за любимого Константина Воинова так и не вышла. Уйти от Рапопорта актриса так и не смогла.